Играю в Блиц на плейчесе. Витрать. И, видимо, будет Страндик. Хотя, наверное, не пойду в Страндик, потому что многим она уже наскучила. В моем исполнении, по крайней мере. Сыграю конь c3. Белый хотел пойти e4, перейти в такой вот не самый опасный для черных вариант защиты Пирца, Уфимцева. Объективно, для черных, наверное, сильнейший ответ на конь c3 d5. Но зачастую люди, которые привыкли играть в Страндик, они вот играют конь d7 и все, и e5. Белый тут есть ряд планов, попробую сыграть a4, в целом очень часто захват пространства на ферзевом фланге выгоден белым, поэтому, возможно, черные придут a5 в ответ. Задумался соперник. Посмотрим информацию. Опять же, мало партий, скорее всего. Рейтинг занижен. По этой причине. Сыграю a5. Еда конь d4 пешку не выигрывает. a6. Ну и вот здесь, да, надо какой-то план за белых найти. Это не так легко. Пока ладья e1 полезный ход, избыточно защищая пешку на e4 и c6. Попробую разменяться и попытаться в случае d e перевести коня вот по этому маршруту. Не уверен, что это правильная идея, но что-то делать надо было. На конь c5 просто отойду ферзь e2, или даже сыграю конь c4. Может быть, конь c4 сразу логичнее. Конь c4, ферзь d1, ладья d1, слон e6. Конь d6. Давайте попробуем. На немедленное слон e6 все равно конь заходит в лагерь черных, или на b6, или на d6, скорее всего на d6, потому что он более функционален на этом поле. И, возможно, это было неточностью. Может быть, надо было сыграть все-таки конь b6. Теперь черные хотят пойти ладья d7. Разумеется, допустить это не могу. Могу, правда, пойти слон e3 или b4. Вот вопрос в том, какой ход сильнее. Слон e3, конь f на d7, b4. Слон e3, ладья d7, слон c5, слон f8. Конь b7, ладья d1, конь d8, ну и лишняя пешка. Давайте попробуем слон e3. Понятно, что если конь черный уходит с c5, то я просто забираю здесь. И в целом должно быть хорошо для белых. Могу пойти конь c5, могу пойти даже ферзь d. Хотел сказать, что могу пойти ферзь d6, но это, конечно, ошибка. Потому что на ферзь d6 последует ферзь b7, ферзь будет e7, слон f8 с победой черных. Поэтому коня надо спасать. Или уводить его на d6, или уводить его на c5. Если конь c5. Ладно, объективно надо как раз конь c5 играть. Я хотел сказать, что у черных есть ответ конь g4, но это неправда, потому что после конь e6, конь e3, конь c7 белые забирают больше материала. Мы видим просто этого коня брать, играть ладья d7. Отвечу. А ну ладья d8. Ну мне дают еще одну пешку. Очень хочется ее взять. Не буду ли я за это наказан? Да вроде по ощущениям нет. Конь h6, ферзь b7. Конь c5, ферзь b2. Там будет проходная а. Давайте попробуем. Так, на конь c5, ферзь d8, поэтому надо брать. Так, мне отдают ладью. Это приятно. Да, но и ферзь возвращается на b6. Тут большой интриги в этой партии больше нет. 48 секунд, конечно, маловато, но я думаю, мне это хватит. Ну, соперник сдается. Всем спасибо за внимание.